Так, ребята, Задьков? Я. И Кусев? Я. Надеюсь, вы помните, что у вас сегодня экскурсия. Какая? Как какая, сынок? Экскурсия по городу. Ну, не хочу. Так, хочешь не хочешь, а надо немного развиваться. Заодно узнаешь историю этого курорта. Нельзя же целыми днями гулять, да в телефоне сидеть. Я думаю, можно. Так, Кусев, сейчас твоим родителям позвоню. Скажу, чтоб забрали тебя домой. Будешь остатки лета дома сидеть и школу ждать. А тебя, Лотков, посажу книжки читать. Не, нядя. Вот так-то. Все, ребята, идите на экскурсию, а потом сходим в кино и пообедим где-нибудь. А все. Еще пошли искать эту экскурсию. Пошли. Булочки, вкусные булочки. Смотри, Лотков, булочки. Не помнишь, мы с ним сюда? Нет, еще там как-то по-другому назывались. Я? Нюрядня. Ребятки, не хотите булочки? Нет, нам родители сказали, нужно на какую-то рекурсию. Лотков, ты все. Там была кукурсия. Да? А, вам, ребятки, нельзя кукурсия? Так это к Евгению Зрюлькиню. Зрюлькиню? Да, вон он за углем стоит. Веселая кукурсия, веселая кукурсия, подходите. Остались последние билетики. Пойдем, Кусев, здравствуйте, мы хотим к вам на кукурсию. О, вот эти вы вовремя, ребятки, как раз остались два места. Фух, успели. Ну, пойдемте. Итак, начинаем. Представляю вам сосисочную басню. Сосисочную басню? Да, они были построены в 19 веке, в день Святой Мисочки, графом Петкокусевым. Все, твой дядя родственник, что ли? Ты все с ума сошел? Я запросто Кусев. И пятки не кусаю, они не вкусные. Итак, на следующий экспонять. Утька в тарельке. Так, тихо, кукурсия. Так вот, говорят, один местный художник хотел созрять утку, и были очень вдохновлены идеей резать утки в тарельке, и поэтому просто поразили резиневую утку в тарельку, и теперь это наше великое достояние. Вася, утка сегодня секс понять сломали? Извините. Дядня, ничего страшного, я эту утку в супермаркете купил. Но вы здесь сказали, что это великое творение художника. Ой, дядя, а как вы смогли? Аня, что и целое состояние. Ну все, давайте денежки. Дядня, вот, терзите. Эх, я не шарик большой копил. Не искусство важнее. Слушай, Кусев, с тетей, мне кажется, мы не на эту кукурсию попали. Да, я тоже так думаю. И нясь последний экспонять, великая мисочка. Это же просто миска из супермаркета. Так, я чуть видел кукурсию. И это не так. В древности сам великий Катадзюнь IV кинул в нее случайно денежку, его чудо. Через день на него посыпались великое богатство. Поэтому кидайте сюда свои денежки. И обязательно завтра станете богатыми. Ух ты, это все, я себе смогу целых два шарика купить. Целых миллион шариков. Вот, все что есть. И я полезу. Отлично. Ну вот и все, кукурсия закончилась. Есть видосики. Вот и дерево, теперь богатыми будем. Я. Ну что, ребята, сходили на экскурсию? Сходили, только эти были кукурсия. В смысле кукурсия? А это еще что такое? Минуточку. Так я об этом в газете читал. Это местный мошенник и воришка. Он всех обманывает и показывает какую-то ерунду. А мы ему не все денежки отдали. Уф, это я виноват. Не надо было вас одних отпускать. Эх, не видать мне шарика. Ну не расстраивайся. Пойдем купим тебе шарик. А мне чизбургер. А тебе чизбургер. Ура! Ура! Так, где у нас тут шарики продаются? Пап, вон посмотри, там продавец булочек с тем воришкой. Денежки не сиделят. Где? Так, это тебе, а это мне. Отлично поработали. Ага, попались воришки. Сверяй в них бульку и бегаем. Чокнутые какие-то. Так, ну все, я пошел. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Я читаю каждый ваш комментарий. Все, пока.